Просто молился, чтобы Господь дал тему, которую сказать сегодня. И просто в последнее время я начал замечать, это как бы давно уже было, но просто это больше Дух Святой начал заострять мне внимание на слова, которые я говорю, которые люди говорят. И мы слышали, может быть, какие-то частички на энкаунтере, мы говорим за эти вещи, мы много говорим друг другу как бы частично о словах, о том, что они значат в нашей жизни. И я просто я так сел, и Дух Святой начал говорить мне насчет этого, чтобы просто поделиться о том, что значат слова наши, что это такое в нашей жизни. И я назвал тему, она называется «Сила твоих слов». Сила твоих слов. Есть место с Писания, это Римлянам написано, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Приходит вера от того, когда ты начинаешь слушать Слово Божье. И как ты можешь высвобождать веру через слова? Я скажу, что многие люди не понимают этих вещей, они просто говорят много чего, но не придают этому значения, и часто получаются потом проблемы. Мы можем даже послушать, когда человек что-то рассказывает, ты спрашиваешь у него, допустим, как у тебя жизнь, как у тебя семья, как у тебя финансы. И он начинает рассказывать то, что у него на самом деле есть. То, что он переживает, и те моменты, которые он проходит в данный момент в жизни своей. Он рассказывает факты. К примеру, например, как твоя работа? Ну, ты знаешь, неплохо, но денег не хватает, чтобы билы заплатить, к примеру, да? И этими словами я уже дал право духовному миру работать в том, чтобы у тебя не было денег заплатить за билы. Потому что то, что ты говоришь, это оно происходит. Ну, пока я не буду на эту тему туда дальше заходить, мы потом вернемся к этому. Просто очень важно, чтобы мы научились понимать то, что нам Библия говорит, то, что Слово Божие говорит, и принимать это в нашу жизнь и не пропускать это мимо. Давайте вспомним за фиговое дерево, когда Иисус с учениками проходил мимо дерева, и помним, что написано, что Иисус захотел кушать, и Он подошел к дереву, которое было полностью в листве, и Он искал там плода и не мог найти плода. И он сказал, чтобы век больше с этого дерева никто не вкушал плод от этого дерева. И на следующий день они проходили мимо этого места опять. И Петр, мы видим, он сразу заметил, и он в таком как бы шоке сказал: «Иисус, смотри, то дерево, которое ты вчера проклял, оно все с корней, все засохло». Мы можем даже это место прочитать. Это написано Марка 11 глава с 20 по 23 стих. На следующее утро они проходили мимо смоковницы и увидели, что она вся засохла от самых корней. Петр, припомнив вчерашнее, говорит Иисусу: «Учитель, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус сказал им в ответ: «Верьте Богу. Верно вам говорю, если скажет кто этой горе: поднимись и бросься в море, и не усомнится в душе, но будет верить, что сказано им исполнится, так и будет». Здесь мы видим конкретную инструкцию Иисуса, что Он говорит, как нам нужно
видеть сверхъестественные вещи в жизни, как высвобождать веру через слова. Это был урок для учеников. И, может быть, это дерево, оно пострадало из-за этого урока. Но это был урок, и то, что мы даже сейчас читаем это место, мы понимаем то, что Иисус хотел сказать. И написано в 24 стихе: «Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились, и что бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет». Я скажу, что дерево – это не лимит. Или же гора, допустим, которую Иисус… Когда он просто рассказывал им, он просто увидел, что вот гора, и он говорит: если этой горе скажете, чтобы вернулось море, она, это так будет. Но когда он рассказывал, он не имел в виду, что это только дерево или гора. Это все, все, что ты говоришь. Все, что ты говоришь устами своими и веришь в сердце своем, ты можешь иметь это и то, что ты произносишь. Я скажу, что большинство людей, они не понимают этих вещей, они не понимают силу слов и часто не придают значения к этому. Но здесь написано, что если скажет кто, кому это относится? Ко всем, правильно? Это он не выделил здесь там или женщин, или мужчин, или детей, там, или еще кого-то. Это все. Если скажет кто? Слово Божие, оно очень просто и доступно. Мы читаем, и мы видим то, что Иисус Христос говорил. Я понимаю, что мы можем запутать это слово, если ты кого-то пригласишь, чтобы он тебе рассказал его, то человек способен запутать его так, что ты потом не разберешься в нем. Но я скажу, что Слово Божие, оно просто, оно доступно каждому из нас. Мы способны его запутать. Еще написано Галатам 2 глава 20 стих. «И уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня». Здесь написано, что жизнь верой в Сына Божьего. Мы не можем даже просто так жить. Мы живем верой в Иисуса. Мы живем верой в Сына Божьего. И вся моя жизнь в этом теле, она верой в Сына Божьего. Каждое слово, когда мы слышим или когда мы читаем, оно несет в себе частичку веры, которая вселяется в тебя, которая начинает производить действия в твоей жизни. Потому что все Слово Божие, оно состоит из этих частиц веры. Я скажу, к примеру, почему многие люди, слушая проповедя пастора, просто слушая проповедя, они к ним приходит сознание, к ним приходит понимание о Боге, они начинают каяться, они отдают свою жизнь Богу, даже, может быть, никогда не бывшие в церкви. Потому что то, что Дух Святой говорит через пастора, оно касается сердец человека и людей, и они получают эту частицу веры в свою жизнь, и они видят перемены в своей жизни, потому что эта вера приходит в их жизнь. Я скажу, что есть человеческая вера, а есть Божья вера. С человеческой верой мы даже не способны... Мы даже не способны верить в то, что мы получили спасение. Потому что, когда ты приходишь к Богу, ты отдаешь свою жизнь Ему, и Бог сверхъестественно дает тебе веру, чтобы ты поверил в то, что ты получил спасение. Сам по себе человек даже не способен верить в Бога. Просто это, опять же, приходит сверхъестественная вера в твою жизнь, в которой ты начинаешь верить в Бога. И это все говорит о том, что мы настолько связаны с Богом, мы настолько должны как бы понимать то, что мы не можем даже сами по себе верить в то, что
Иисус Христос есть Сын Божий. Это все от Него есть и им. Написано Римлянам 4 глава 17 стих. Как и написано, «Я сделал тебя отцом множества народов. Он наш Отец перед Богом, которому Он поверил, перед Богом оживляющим мертвых и говорящим о том, чего еще нет, как будто оно уже есть». Божья вера может сказать что-то, чего в физическом мире нет. Чего нету, когда ты имеешь веру Бога, живого в твоем сердце, ты можешь проговорить то, чего в физическом мире нету. И мы знаем всем знакомое место, это Евреям 11.1. Вера – это уверенность в том, что мы, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Это все то, что ты, когда ты получаешь внутри свое сердце веру от Бога, ты начинаешь верить и начинаешь верить Богу и тем словам, которые Он говорит. Насчет физической веры, человеческой веры. Ну, к примеру, чтобы мы могли понимать, что такое человеческая вера, что такое Божья вера. Если, например, скажем, мы поставим здесь стул, возьмем стул и поставим здесь, и я скажу, что садись на этот стул. Ты придешь и сядешь, потому что ты веришь в то, что этот стул выдержит тебя. Перед этим ты, может быть, уже сидел на нем. А если я поставлю здесь стул, который имеет всего 3 ножки, и он, так я даже пошатаю его, он шатается, ты уже будешь думать, стоится ли на него или нет, потому что ты не уверен, выдержит этот стул тебя или нет. Или же, к примеру, такой, допустим, я скажу, садись на этот стул, а здесь вообще стула нету. Ты вообще скажешь, ты что, ты в уме? Потому что ты делаешь то, что ты видишь, и веришь тому, что ты видишь. Или, к примеру, допустим, ты проезжаешь на перекрестке, да? Тебе горит зеленый свет. Ты проезжаешь с верою в том, что люди, которые стоят с этой стороны, они видят красный свет. Это, опять же, человеческая вера. Или, например, ты садишься на самолет, да, летишь куда-то, ты не знаешь, как он сделал, кто там управляет им, но ты веришь тому, что кто-то позаботился об этом. И опять же, это все говорит о человеческой вере, которую каждый из нас мы имеем. Но когда мы начинаем уже переходить на Божью веру, это совсем другое дело. Когда мы рождаемся свыше, когда мы познаем Бога, ты начинаешь в вещи верить, которые ты не видишь. К примеру, что такое грех? Как он выглядит из себя? Никто не видел его. Мы знаем последствия греха, мы знаем, что он есть, но сам по себе этот грех, его никто не видел. Если бы, например, скажем, каждый раз, когда ты грешил, у тебя появлялось какое-то пятно на теле, и ты бы знал, о, вот это за то, что я сделал грех, например. Или же ты получил прощение, получил свободу, и эти пятна начали убираться с твоего тела. И ты уверен в том, что ты получил прощение. Просто я хочу, чтобы мы начали думать о том, что многие вещи, которые мы начинаем принимать в свою жизнь от Бога, после того, когда мы приходим к Богу. Потому что мы принимаем вещи верою. Мы начинаем принимать вещи в свою жизнь верою в Бога и то, что Он дает нам. Многие говорят, я знаю, что вера работает, но у меня ее нет. У меня ее нет, и я не могу, вот я уже столько раз пытался, не получается. Еще я когда был еще в Пятидесятнике, многие говорили это место, я думаю, вы тоже, может, упоминали, что верю, помоги моему неверию. Это как бы такой закон, или как сказать, нравилось всем место выгородить свое неверие.
Как будто бы это должно так быть, что если я не верю, значит, написано так, что вот человек подошел, сказал, что я верю, помоги моему неверию. Но я скажу, что в каждом из нас есть вера живого Бога. Это подарок от Него, это то, что Он нам дал. И Ефесянам 2 глава 8 стих написано: «Вы спасены через веру, Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар». Если я имею Его веру, если я имею то, что Он мне дал, то эта вера способна делать все то, что Он делал. Вы верите в это? Все то, что Иисус сделал, эта вера, она живет в тебе. И она способна делать то, что Он делал. Тебе нужно просто научиться использовать ее. Тебе нужно просто научиться употреблять ее в своей жизни. Многие из нас верующие уже долгое время, и мы не можем, допустим, даже избавиться там от головной боли какой-то или еще что-нибудь. Это говорит о том, что часто мы говорим вещи, но мы не имеем в виду то, что мы говорим. Та вера, которая жила в Иисусе, она живет в тебе. Я скажу, что даже воскресение из мертвых, это не так важно, как спасение, которое ты принял верою живого Бога. Ты был воскрешен духовно. И Римлянам 12 глава, 3 стих написано: «Подавай мне благодать, и я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому». Я скажу, что нет разного уровня веры. Бог дал нам каждому свою меру, одинаковую меру. Если даже такой простой пример, чтобы нам было понятно. Ты приходишь в столовую, и повар насыпает тебе порцию пищи. И эта порция, она всем одинаковая. А многие христиане почему-то думают, что он получил всего капельку супа, а все остальные там по миске супа получили. То так же самое и с верой. Говорят, что у меня не хватает веры, не достает веры. Бог дал каждому одинаково. И опять же, многие говорят, что вот у него там больше веры. Если он помолится за меня, тогда я получу исцеление. А если тот помолится, ничего не будет. Опять же, возвращаясь к тому, что я сказал, Бог дал всем одинаковое количество веры. Евреям 11 глава 3 стих. Именно верой мы осознаем, что вселенная была создана по повелению Бога, и что все видимое было создано из невидимого. Мы читаем, что Бог создал все своим словом. Он создал весь мир словом. И еще Ефесянам 4 глава 16 стих. И благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Обратите внимание, что написано, что все тело соединено и скреплено всевозможными связями. Так же самое, как все тело соединено и скреплено, так же самое весь мир, все планеты полностью, все, что существует, оно скреплено словом Бога. Потому что Бог создал все своим словом. Он произносил слова, и происходили вещи. Написано Псалом 32 глава 6 стих. «Словом Господним сотворены небеса, повелением из уст Его звездное воинство». Он произнес слово, и появилось солнце. Он произнес слово, появилась земля. Он произнес слово, появилось все, что на земле. Псалом 148, с 3 по 6 стихи. «Славьте Его, солнце и луна, славьте Его, все блистающие звезды.
Славьте Его небеса небес и воды, которые выше небес. Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел, и они были созданы. Он все их установил навечно, дал устав, который не придет. Он сказал, дал устав, и все, что, все это творение, оно повинуется Слову Божьему. Но я скажу, что все, что было создано Словом, оно реагирует на слова. Оно реагирует на слова. Потому что это первоначальная сила, которую Бог использовал для того, чтобы создать все. Евреям 1 глава 3 стих. «Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной своим могущественным словом, очистив нас от грехов. Он сел по правую руку от Всевышнего на небесах». Написано, что своим могущественным словом Он создал все. Все существование поддерживается Его словом. Еще такой один момент я хочу напомнить. Все, кто помнит, может, со школы, когда мы учили ядро, или, как сказать, атомы, атом, да. Атом состоит из ядра, которое имеет плюсовой заряд. Я думаю, вы помните это, да? Если так, ученые говорят, что если бы, по идее, атомы должны друг друга, а не отталкивать, потому что это плюс-плюс, они отталкивают друг друга. Но они соединены чем-то, но мы понимаем, что это Словом Божьим. Все атомы, они не распадаются, но они соединены, потому что Слово Божие было произнесено к ним, чтобы они находились вместе. Потому что если взять плюс-плюс или минус-минус, они отталкивают друг друга. Я скажу, что вера, которая в тебе, это Его вера. И она работает по тем же самым принципам, по тем же самым правилам, которые Иисус, которые Бог делал, когда Он все творил. Нам просто настолько важно понять значение этого, понять силу слов и начать говорить вещи, которые имеют смысл. Иоанна 1 глава с 1 по 3 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Оно было вначале у Бога. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать». Колоссянам 1 глава 16-17 стихи. «Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое. Будь то престолы, господство, начальство или власти, все было сотворено через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и все творение держится благодаря Ему. Все держится благодаря Богу, все сотворено им. Но я скажу, что Бог создал нас по своему образу и подобию. И мы имеем слова, которые мы говорим, это значит большое дело. Еще я хочу подметить другую сторону. Это написано 1 Коринфянам 15 глава 33 стих. «Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми. Плохая компания развращает добрые нравы». В английском переводе написано «Evil communications corrupt good manners». Злые, или, как сказать, плохие общения, разговоры развращают добрые нравы. Где ты находишься, в каком месте ты находишься и кого ты слушаешь, это очень важно тоже. Мы часто, может находимся в группе людей, где говорят неправду. И это постепенно, оно переходит в привычку, и мы уже, наше сердце просто начинает, оно мертветь, или сказать, оно каменеет, и мы уже не придаем значения словам. Очень многие люди есть еще преувеличивают вещи. На самом деле там, как говорят, из мухи слона сделал, да?
На самом деле там ничего нету, он как раз скажет, как преувеличит, что там... А я скажу, что преувеличение, это очень часто оно граничит с ложью. Потому что ты выдумываешь вещи, которые на самом деле их нету. Человек, который не ходит, который ходит с Богом, он всегда отвечает за свои слова. Все, что он говорит, он будет отвечать, и он отвечает за это. Я скажу, что мы живем в такое время, когда многие люди, они могут просто наговорить всякого мусора, а потом сказать: я пошутил. Я пошутил просто. Я скажу, что часто есть эта причина, почему мы переживаем всякие проблемы в жизни, потому что мы говорим, и бесы цепляются, особенно за негативщину. Если бесы начинают цепляться за эти вещи, они вредят твоей жизни. И из-за того, что мы не верим, может быть, другим людям, потому что они как бы говорят: я пошутил там, или еще что-нибудь, мы также можем не верить словам Бога. Потому что это общество, в котором мы живем, настолько, даже просто слушая какие-то новости или еще что-нибудь, просто столько неправды там, столько всего. И люди просто привыкают к этой неправде, и из-за этого они не могут даже воспринимать настоящую правду. Я скажу, что Бог придает очень большое значение словам. Но люди нет. И то, что Бог говорит, Он имеет это в виду. Он имеет в виду то, что Он сказал, то, что Он произнес. Потому что многие люди говорят: я не имел это в виду, я просто так сказал. Если ты хочешь видеть силу в твоих словах, тебе нужно начать придавать значение твоим словам. Тебе нужно начать думать о том, что ты говоришь и что ты произносишь, какие слова. Я думаю, что многие из вас замечали уже. Часто бывает такое, это я по себе говорю, как у меня бывает. Ты с кем-то разговариваешь или, допустим, еще что-нибудь, а мысли у тебя там за пирожки или еще что-нибудь, то просто бывают моменты такие, что мы начинаем разговаривать с человеком, и эти вещи, которые мы говорим, оно как бы без толку, лишь бы время заполнить. Это, я скажу, что это неправильно. Притча 23 глава, 7 стих. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Матфея 12 глава, с 35 по 36 стих. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Я думаю, что это серьезное место. Сколько нам приходилось говорить праздных слов, сколько мы говорим слов, которые мы не имеем в виду. И это, оно очень часто влияет на нашу веру в слова Бога, то, что Бог сказал нам. Потому что мы начинаем на слова не реагировать, что это очень серьезная вещь. Мы просто говорим и все. Но здесь написано, что нам придется дать отчет за слово, потому что слова, они всегда творят. Что-то, но творят. Иакова 5 глава, 12 стих. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» настоящим «нет», чтобы вам не быть осужденными. Если ты сказал «да», значит, это на самом деле «да». Если «нет», значит «нет». А не так, что «maybe not», «maybe yes». Как Андрей когда-то вспоминал. Наверное. Если ты хочешь видеть славу Бога и проявляешься через твою жизнь, тебе нужно начать наблюдать за своими словами.
за тем, что ты говоришь и что ты произносишь. Если мы начинаем говорить все, что попадет, придет в нашу голову, и не думать о том, что мы говорим, то со временем просто наше сердце становится грубым и окаменелым. И верить становится все труднее, и просто мы потом не верим тому, что Бог говорит. Римлянам 10 глава, 10 стих. Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение. Исповедание уст приносит спасение. Многие люди говорят, вот там рассказывают, например, историю, там, где он где-то ходил или еще что-нибудь, и говорит, я так испугался, там было темно, я испугался до смерти. То же самое. Или много таких слов, которые мы выражаем, что если бы это мы имели в виду, наверное, мы бы мертвые все были. Потому что мы не говорим эти слова с верой. Для того, чтобы слова срабатывали в нашей жизни, нам нужно говорить и верить в сердце. Это очень важный момент, чтобы... То, что мы говорим и верили всем своим сердцем, тогда это будет происходить в нашей жизни. Тебе нужно просто присоединять веру к словам для того, чтобы получить правильный результат. Многие говорят, вот, да, я верю, что я исцелен. А на самом деле у него... мысли, может быть, совсем в другом месте. А потом время проходит, он говорит, да, я так и думал, что я не получу исцеление. Получается, что он произнес эти слова, но у него сердце совсем не там. 2 Петра, 3 глава, 5 стих. Они забывают, что некогда Божьим словом были созданы небеса и земля, из воды и посредством воды. Все, что было создано, оно было создано Божьим Словом. И, как я уже сказал, что наши слова, они имеют большое значение. Еще один момент я просто хотел подметить, что когда мы читаем Бытие, 1 глава, там написано за то, что Бог создал свет, Он создал его раньше. Да будет свет, он сказал, да? Это было, по-моему, первый день. А уже светило он создал на четвертый день. Получается, что светило, которое уже испускали свет, он создал на четвертый день. Но сказал, да будет свет в первый день. Потому что Бог создает вещи, которые... Он говорит вещи, которые еще невидимы в духовном мире, в плотском мире. И когда, так же самое и мы, когда начинаем говорить вещи, мы когда начинаем произносить вещи, часто мы произносим то, что, как я уже сказал, мы не имеем в виду. Но если мы начинаем говорить верою, и это в сердце, это вера, тогда многие вещи случаются в нашей жизни. И что интересно, что, допустим, из творения всего Божьего Бог создал только человек, который может говорить. Ну да, попугаи там может повторять. Они просто звуки издают, которые слышат. Но слова, которые мы говорим, или это позитивные слова, или это негативные слова, они будут что-то производить в твоей жизни. Если ты начинаешь произносить в свой адрес или в адрес других людей слова, если ты будешь хорошее произносить, значит, будет в их жизни. Если плохое, то плохое. Притча 18 глава, 21 стих. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.
Если мы видим разрушающую силу слов негативных в нашей жизни, то мы можем видеть позитивные вещи от позитивных слов. Когда я читал «Бытие» тоже, я обратил внимание, то, что Бог сказал: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». Можно было просто сказать, что пусть произрастет земля там траву и деревья, то если бы он так сказал, то ему надо было бы творить постоянно, когда оно все засыхало бы. Но то, что он сказал, чтобы эта трава, которая сеет семя, и деревья, которые приносят плод, для того, чтобы они могли постоянно сами себя потом расти. И многие вещи мы просто как бы в своей жизни мы можем читать, например, или слышать, и мы не придаем значения. Но я скажу, что Бог, Он настолько, каждое слово, каждая точка настолько важна в нашей жизни, что мы можем даже не замечать. Важно, чтобы мы думали о том, что мы говорили. Чтобы мы ценили слова, которые мы говорим. Потому что каждое твое слово, которое выходит из уст твоих, оно творит. Бытие 1 глава 22 стих. «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Он здесь тоже сказал благословение, да? «И благословил их Бог». Он произнес, благословение он произнес словами, он произнес своими устами. И поэтому все творение, все мы реагируем на слова, потому что каждый из нас и все, что было сотворено, оно было сотворено словом. Мы помним прекрасно то место с Писания за Иезекииля, когда Бог его учил, когда он привел его на поле, которое было устлана грудой этих костей. И он ему сказал, что пророчествую этим костям. И мы знаем это место, когда начали все кости сближаться, и все плоть на них, и потом дух их оживил, и это стало войском. Я понимаю, что это было для него как уроком. Но я скажу, что в духовном мире то, что мы говорим, то, что мы произносим нашими устами, это значит большое дело. Если люди начинают говорить: «О, я не верю этому». Но если ты не веришь этому, у тебя в жизни ничего и происходить не будет, потому что ты не веришь. Те слова, которые ты говоришь, они всегда должны быть подкреплены верой. Бог высвобождает силу через слово. Нам нужно научиться понимать, что слова имеют значение и что в них есть сила. Прекратить говорить те вещи, которые мы не имеем в виду. Перестать говорить то, что лишь бы сказать. Или праздные, или бесполезные слова, они никому не нужны. Перестать слушать людей, которые говорят неправду или которые просто балаболят. Потому что каждый раз, когда ты это делаешь, когда ты находишься в этой среде, твое тело, твое сердце просто оно умерщвляется для веры в слова живого Бога. Я думаю, что каждый из нас, мы знаем, как в Америке обычно выбирают политиков для там или на президента там или еще куда-то. Когда они начинают рассказывать о себе или там говорить, что они планируют сделать, все американцы, у любого спроси, они скажут, что да, он на самом деле он неправду говорит. И уже насколько это все привыкли к этому, они слушают его,
Кто из них лучше неправду скажет, того они выбирают. Потом они совсем по-другому правят. И это получается уже в жизни человека, насколько оно укоренилось, что слова, они как бы ничего не значат. Люди не обращают внимания на слова, которые произносят. Люди не обращают внимания на слова, которые говорят. Но если мы начнем даже просто, прежде чем сказать, подумать, если мы начнем в своей жизни практиковать это, что если я, окей, я, может быть, покажусь не таким сильно разговорчивым, но я буду говорить те вещи, которые имеют смысл, а не то, что лишь бы сказать. В Иакова 3 глава, 3 стих написано: «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Если мы научимся контролировать нашим языком, это большое дело. Это большое дело в нашей жизни. Когда ты начнешь говорить только те вещи, которые ты имеешь в виду и которые что-то значат в твоей жизни, у тебя в жизни начнут происходить вещи, много вещей, которые сверхъестественные, которые Бог хочет, чтобы они были в твоей жизни. Римлянам 10 глава 9 стих. «Потому что если ты будешь устами исповедовать, что Иисус Господь, и сердцем верить, что Бог поднял Его из мертвых, будешь спасен». Уста и сердце. Устами исповедовать и сердцем верить. Ты говоришь, ты произносишь слова и веришь это в сердце. Ты видишь результаты. Просто давайте научимся говорить то, что мы имеем в виду, и верить в слова нашего Бога, верить в слова, которые Он нам сказал. Просто это так, я скажу, что это такой мой месседж. Я думаю, что, может быть, кому-то он что-то напомнит. Я понимаю, что многие из нас, мы, может быть, стараемся, чтобы говорить правильные слова. Но это напоминание, и лично я и для себя тоже, я когда писал это просто напомнило мне те моменты, что я, допустим, часто произносил, может быть, ну, как будто бы факты я произносил, да, вот, допустим, человек спрашивает, как у тебя там дела финансовые или еще что-нибудь, я говорю, вот так. А потом думаю, ну, получается, что на самом деле я произношу это, и это в духовном мире уже творит. И те вещи, которые я говорю, они потом случаются в нашей жизни. Просто если мы начнем задумываться над тем, что мы говорим, может быть, можно просто сказать, что, ну да, допустим, у меня сейчас как бы тяжеловато с финансами, но приходит момент, приходит время, что будет, успех будет благословен. Ну, это как бы к примеру за финансы, допустим, или еще какие-нибудь, или там за исцеление. Ты можешь по-разному произнести вещи в своей жизни, потому что то, что ты говоришь, они творят в духовном мире вещи. Окей? Давайте мы встанем. Я надеюсь, что кому-то это было в пользу. И мы можем просто много вещей как бы читать или понимать в разуме, но не придавать этому значения. Я бы советовал, чтобы мы к этому очень серьезно отнеслись. Потому что чем выше мы поднимаемся, чем мы больше познаем Бога, чем больше мы растем в Боге, наши слова, они все больше и больше имеют значение и вес в духовном мире. Я думаю, вы помните место, когда человека Божия проклинали дети, да? Ну, как бы они говорили, что там ты плешивый, там это. И потом через время их порвали медведи. Или там дикие звери. Потому что он произнес слова.
Задумайся над тем, что ты говоришь. Никогда не забывай то, что твои слова, они значат в духовном мире очень много. Потому что ты был создан словом, и ты реагируешь на слова. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя за слово, которое Ты оставил для нас. Мы верим Твоим словам, Господь, которые Ты дал для нас, Господь. Мы верим Твоему слову. Мы принимаем в свое сердце, Господь, и мы очень серьезно, Господь, относимся к словам, которые сказал Ты в нашу жизнь. Господь, я прошу Тебя, если мы, может быть, не верили Твоим словам или неправильно относились к ним, мы просим прощения у Тебя. Дух Святой, я прошу Тебя, заполни нас, напомни нам те места, где мы, может быть, неправильно что-то говорили, чтобы нам наладить свое отношение с Тобой, Господь. Я благодарю Тебя, любимый. Спасибо Тебе, Господь, что Ты всегда заботишься за нас, Ты всегда печешься о нас, Господь. Мы благодарны Тебе, мы славим Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за сердца, которые ищут Тебя, которые жаждут Тебя, которые хотят познать больше Тебя, Твою любовь, Господь. Любимый, я прошу Тебя, благослови каждого, который ищет Тебя, который жаждет Тебя, любимый. Мы хотим исполнить Твою волю, мы хотим сделать то, что Ты желаешь, Господь, то, что у Тебя на сердце. И мы хотим научиться говорить, Господь, те вещи, которые важны, Господь, которые приносят пользу в жизни нас, нашей или других, чтобы нам говорить с верою в сердце своем. Спасибо, любимый, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, превозносим имя Твое святое. Аллилуйя Тебе, Господь. Аминь.